Они говорят нам, что на футбол опасно ходить с семьей. Что в день дерби лучше сидеть дома. Но они забывают, что мы всегда ходим на футбол с семьей. Ведь мы и есть семья. И только будучи семьей, мы сможем показать конюшне, чей это город. Кто хозяин в Москве? 6 апреля. Вперед, Спартак!